Спустя 10 лет мы в финале Кубка России. Игорь еще говорил, что порадуемся, когда кубок возьмем. У тебя тоже сдержанные эмоции на этот счет? Ну, конечно, потому что выйти в финал это еще ничего особо не значит. Ну, то есть проделан хороший путь, долгий, вот, все ребята молодцы. Ну, при всем уважении и, там, не знаю, слова похвалы в адрес Алании, ну, мы должны были выходить в финал, играя дома при своих болельщиках. Да, очень много было, такой ажиотаж был вокруг матча. Говорили, что Аланию не просто сложно обыграть еще в сухую, но в итоге мы получились крупно обыграли в сухую. Как боролись с этим давлением перед матчем? Не знаю, давление, наверное, было больше из-за предыдущих не совсем удачных матчей, как бы сложившихся. Вот. Поэтому, ну, опять же, всем сериям приходит конец, и как раз-таки сильная команда и отличается тем, что независимо от того, там, как складываются предыдущие матчи, умеет настроиться на каждый следующий матч. И он, как обычно, самый важный, и в этом прелесть футбола, что можно победой в этом матче, как бы, не знаю, скрасить горечь от предыдущих поражений. Но теперь эта победа придает уверенности на концовку сезона. Ну, любая победа придает уверенности, да. Но чемпионат совершенно другой турнир, и нам предстоят два сложных матча, там и с Локомотивом, и с Сочи, тем более. Вот. Поэтому о кубке пока не думаем. Сейчас важно закончить сезон хорошо. В начале матча казалось, что удача вообще нас оставила, потому что вообще не шел мяч в ворота. В чем было дело? Да не знаю, но сложно сказать, что, ну да, не везло, и, возможно, это как раз-таки вот инерция предыдущих неудачных матчей, в том числе, надеюсь, что своей там борьбой, самоотдачей и желанием мы переломили, и теперь она нам будет сопутствовать. Ну вот твой гол, мне кажется, снял напряжение, так? Дальше изыгралось легче? Ну, всегда первый гол, да, конечно, я думаю, что вот на протяжении всей весны, когда вот мы выигрывали там с крупным счетом, первый гол, он и раскрепощает, и, возможно, раскрывает команду, потому что им нужно отыгрываться. В итоге крупно обыграли. Какие тебе впечатления в целом от матча, от соперника? Еще раз говорю, там, типа, Алани, там, слова похвалы, они молодцы. Я считаю, что они совершенно заслуженно оказались в полуфинале. Вот. Здорово играют, удачи им. Ну, а нам тоже удачи. Ну и в полуфинале Кубка ты стал лучшим игроком. Ценный приз? Ну, да. На самом деле, там, достаточно спокойно отношусь к такого рода наградам, поэтому важнее то, что мы победили и оказались в финале. Впереди борьба за серебро и финал Кубка. Как команде справиться с таким эмоциональным напряжением? Ну, я считаю, что наоборот, эмоциональное напряжение как раз-таки в конце сезона, когда борьба идет за самые высокие места, это класс, и к этому нужно стремиться. По сути, ты играешь весь сезон ради этих матчей. Поэтому будем получать удовольствие.